Готовь сани летом, а телегу зимой, гласит древняя пословица. Всем известно, что к важному делу нужно подходить ответственно и заранее. Так работники производственного унитарного предприятия «Коммунальник» к предстоящему зимнему сезону начали готовиться еще летом. Наступление холодов приближает неблагоприятный период для пешеходов и водителей, который может нести за собой травмоопасные и чрезвычайные ситуации. Но работники коммунальной службы знают, как с этим бороться. Мы уже закончили полностью подготовительные работы к предстоящему зимнему периоду. Заблаговременно начали их еще летом. У нас заготовлено 15 200 тонн песчано-соляной смеси. Это противогололедный материал. Это 100% плана, который необходим для предстоящего зимнего периода. Организовали и подготовили помещение для работы в круглосуточном режиме, водительский персонал, технику при наступлении отрицательных температур. Мы уже будем работать в круглосуточном режиме. Масштаб обслуживаемых территорий и особенности, касающиеся работы зимой, требуют новых и оптимальных решений. Благодаря современной технике стало возможным решение множества задач, стоящих перед работниками коммунальника. На улицах города будет расставлено 1250 ящиков с песком для посыпки тротуаров. Будут расставляться в местах наиболее интенсивного движения пешеходов. Это перекрестки, остановки общественного транспорта, также подходы к детским учреждениям, больницам. Также у нас подготовлена техника в количестве достаточном для работы в сложных погодных условиях. Это порядка 31 пескоразбрасывателя, 11 тракторов с отвалом щеткой, 16 снегопогрузчиков и порядка 20 самосвалов в случае необходимости для вывоза снега. Также нам будут помогать, согласно решению горисполкома, и другие организации города в случае аномальных погодных условий. Нелегкий труд тех, кто следит за обработкой улиц, во многом гораздо шире, чем мы привыкли думать. Постоянный контакт диспетчера с патрульной службой и линейными мастерами, наблюдение и контроль температурного режима за окном – все вышеперечисленное в случае прогнозируемых опасных условий помогает действовать на опережение и применять превентивную обработку дорожного полотна и тротуаров песчано-соляной смесью. Песчано-соляная смесь состоит на 25% из природного материала соль. Вот. Она именно в Республике Беларусь и в других странах применяется именно этот противогололедный материал, который абсолютно безопасен для экологии и для людей. С заботой о своих специалистах, которые на страже безопасных дорог 24/7, руководство предприятия организовало комфортные условия труда и отдыха. Ведь всем известно, что продуктивность труда любого работника зависит от возможности избавиться от физической усталости. На территории коммунальника существует место для приема пищи, уютные спальные места и территория для проведения досуга. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.